Конец. Уже близко. Ядерные электростанции, которые не будут уничтожены бомбами, начнут плавиться. 96% поверхности Земли станут непригодными для жизни. Сперва прольется черный дождь. Вода станет непригодна для питья. Всех поразят предраковые заболевания. Все погибнут. Позволь облегчить их участь, Кларк. Мы можем спасти человечество вместе. Боль нужно не облегчать, а преодолевать. Бегите! Я знаю, вам страшно. Вы злитесь. Но если мы будем вместе, мы не просто выживем. Мы будем процветать. Ты вечно оправдываешь свои действия одним и тем же. Все ради моих людей. Так и есть. Нам нужно сбежать от радиации. Найти безопасное место. Мы спасем всех, кого сможем. Я не намерен больше жертвовать невинными жизнями. Каждое твое решение делает тебя другим человеком. Я пристрелю любого, кто к нему прикоснется! Нельзя убивать своих. Я пытаюсь спасти их. Правосудие и месть не одно и то же. Для меня одно. Она стала потрошителем. Смерть с небес. Я горжусь ей. Я могу помочь тебе превзойти свою мать. Превзойти Антари. Править всем. Может, ты забыла, но когда ты спасала всех, я спасал тебя! Я не забыла. Людям нужно знать, за что они сражаются. Верить, что они способны изменить свою судьбу. Сначала надо выжить. А потом снова стать людьми. Мы найдем выход. Каждый раз после этого случается что-то плохое. Ты не хочешь, чтобы мы выжили? Нет, не хочу. Я хочу, чтобы мы жили. Надежда еще есть. Мы еще дышим. Они уже здесь. Убить всех! Выжили. Пожалуйста. Сотня. Смотрите новый сезон в феврале на Lost Film TV.